Смотрите, как классно. Солнце прям вот кусочек города осветлило. И вот этот вот кусок, заливчик на Кырке. И смотрите, как все видно классно. И можно прям объяснить, где что. Проплываете вот этот вот кусок. И когда заплываете в залив, вот с этой стороны, я снимала, но еще не успела все смонтировать. Вот здесь не очень хорошая часть, потому что там такое дно песчаное, но оно мутное, как болотистое такое. Песка много на пляжах, ну, ой, песка, боже, соли морской. И много водорослей. И потом, когда вы вот с этой стороны проплываете, ну, конечно, вживую это все долго, дело длится это не за секунду, там очень много, вот с этой стороны там пляжики, маленькие бухточки, и есть пляж для собак прям отдельно. Есть несколько старых церквушек красивых, ну, такие уже разрушенные, но красивые, можно обойти, посмотреть. Ага. Потом, вот отсюда, от этих собачьих пляжей, но там неровная такая территория, там маленькие бухточки, заливчики тоже такие, ну, типа маленькие, да, совсем. Ну, не заливчики, а бухточки, да. Потом вы приближаетесь сюда, тут уже одно такое, так сказать, но это не город, это такое место, да, вот в этой, на этой территории. Там неплохо, но там такой, типа, мини-городочек, рестораны, поесть, попить и все такое. Дальше вы оплываете или можете пешком вот на эту часть. Вот она такая, как почти ровная, видите, вот тут в середине. Там как раз пляж, где песок, ой, боже, опять мне, где лечебная глина. Она прям такая черная, немного с запахом, все туда идут мажутся и все лечатся. Вот она прям вот здесь, вот, вот тут, вот этот вот ровный кусочек. Эту глину нельзя с собой брать, нельзя вывозить. Вот, вот эта часть гора, она прикрывает вот эту левую часть бухты, которая мне очень нравится. Когда вы с этого глиняного пляжа лечебного выплываете в эту сторону, ну, налево, да, я сейчас как снимаю, там красивый пляж со всякими содержаниями для игры, для детей, с ресторанами, очень много апартаментов, и там сосны, ели, и очень хороший такой воздух, свежий. Классная территория. Очень много людей с яхтами. Многие просто приходят сверху из апартаментов. И когда уже вы вот обогнете вот этот вот пляж, этот сосновый там, по-моему, они уже не песчаные, такие более камень мелкий. И уже вот сюда, на выезд как бы, вот там тоже хорошее место. Там есть даже ресторан, где можно привязать корабли, катера. Прям выйти к самому ресторану, магазину, в общем, все, что нужно. Когда вы плываете с этой стороны бухточки, здесь тоже есть несколько красивых мини-пляжей. Ну, естественно, это все удобнее с катером, на самом деле. Или когда вы живете там, где-то апартаменты, вот так выглядит голым все, на самом деле там есть дома. Так, а, вот здесь есть много пляжей и заливчик, видите, классная тоже территория. Вот здесь вот. Это уже Шило. А вот тут наверху, кстати, если я сейчас не ошибаюсь, подождите, вот аж отсюда, отсюда, с этой стороны, видно вот это высокое здание. Оно как какая-то церковь или замок, или дворец выглядит. Может, я ошибаюсь, но что-то такое на горе было видно. Сейчас просто выглянула в окно. Вроде пасмурно, а прямо над этой территорией солнце красиво. Короче, вроде бы, да, большой остров и такой вот такая небольшая территория. А столько всего разного можно найти. С этой стороны тоже классные есть места красивые. Но это лето было грязновато и очень было много ос. И там уже вообще, там уже, ух, сколько всего. Короче, Кырк, вот для отдыха, обойти, посмотреть, природа. Ну, хорошее, интересное место. Плюс Кырка то, что он соединен мостом с большой землей, так сказать. Это огромный плюс. Дальше просто два очень красивых острова, но там пока ты доплывешь, пока доедешь, пока путь организуешь, это уже, конечно, такое дело геморройное.